Hi guys, welcome to my channel. My name is Sergey. Very many people want to help our channel. I always told what the biggest help from you guys, it's your subscribing on our channel. It's your activity in our channel. Please share this video, text the comments. This is the biggest help from you guys. And of course, if you like what we do, you can support our channel. All information about support you can find in description. And please guys, subscribe to my Instagram. There is a lot of thing from my Russian life, a lot of photo, a lot of video. Dear friends, in this video I want to gift a musical equipment to Alexei, this man who works as a teacher in a rural school. He teaches kids, he's also forced to be a singer sometimes and arrange dance evening in his village. Well, in general, he's a very creative and kind person. The point of my gift is not develop his creativity or someone say that is this gift is not pointless. The fact he gets only $200 a month working as a school teacher. He has a sick mother who needs medical requirements. And also a lot of different medical products. Please understand, friends, that such a salary, you can help your mother, you can help yourself. And with our gifts, he was always can do some extra money for his mother. Lёша has a very simple musical equipment, which he's trying to make some extra money. And we bought him a professional equipment, a professional speaker and remote control, two wireless microphones. Experts told me that is more than enough. And I want Lёша to remember this day, and I give him some prank. Вот такой подарочек для Алексея, это рассада. Мы скажем, что Лёш, ты же любишь сажать цветы, вот и вместе сейчас посадим, посмотрим на его реакцию. Но мы кое-что еще запланировали, в общем, это будет сюрприз и для Алексея, и для вас, друзья. Скажете жестоко, ну что делать, искусство требует жертв. Друзья, мы сейчас подъезжаем к дому Алексея. Дома там мама. Мы постараемся поставить там все оборудование и совершить то, что мы задумали. Договорились с мамой Алексея, что оборудование мы установим у него дома и будем его дожидаться. Так, сейчас будем все устанавливать. Так, техника стала работать, микрофон. Раз, раз, раз. Нет, сейчас подключим. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Простите, можно у вас взять интервью? Так. А у вас? Вы тоже сегодня не очень разговорчив. Ну, по-моему, очень неплохо. Лёша, иди есть суп. Я думаю, вот это должна сказать мама Алексея. Так, все, я уже разыгрался, уже хочется на сцену, но я это оставлю Лёше. А как мы ему подарим цветы, вы это скажете в микрофон про суп. Хорошо. Да? Лёша, ты почему? Да. Почему суп не? Да, пока мы сейчас все отключим. Как же тут хорошо, я вот всегда думал. Вышел из дома, сел вот на лавочку. Можно просто целый день сидеть, думать, не знаю, о мировоззрении, там, о космосе, о чем-то отвлеченном. Телевизор вообще нахрен выкинуть просто. И просто смотреть на природу, проживать свою жизнь в спокойствии, в таком умиротворении. Никого просто посмотреть. Никого. Когда-нибудь, друзья, я это точно осуществлю. Куплю какой-нибудь участочек, поставлю там дом деревянный.
и буду, не знаю, не уверен, что буду там жить, но вот уезжать туда и просто находиться наедине с самим собой точно буду. Дом должен быть просто деревянный, там должна быть печка русская наша, и все. Больше ничего не надо. Цветы мы занесли внутрь дома. Сейчас едем за Лешей, привезем его сюда. Сегодня он вел физкультуру, нам говорил. Ну что, как дела у тебя? Да, нормально вроде, отработал. Сегодня физкультура. А что ты на физкультуре даешь-то, ребята, вам скажут? Сегодня координационная лестница у нас была. Прыгали, играли в лапту. Ну, у меня есть эта бита специальная. Ага. Бита, мячик. Ага. Вот. Это вот моя ученица стоит. А, вот красная. Вот она, да. В первом классе учится. Ну, тебе нравится, да, то, чем ты занимаешься? Да, конечно. Интересная такая. А дети какого возраста у тебя в классе? Так, ну у меня вот с первого по девятый. Какими детьми проще работать? Ну, конечно же, проще, конечно, с этим, с маленькими. Ну и вот такая вот, как более, как сказать, уже, ну, как юноша или это... Или такой уже более, ну, когда шестой, седьмой, восьмой, вот этот, ну, уже более взрослый, в принципе. Что касается пятый, вот этот период немножко так вот, сложный, такие да? Они немножко еще, как бы, ну, вот этот перепад с четвертого на пятый, конечно же, им и как-то вот не могут они еще как-то, в принципе, адаптироваться. Вот, так что это немножечко вот трудно. В дальнейшем они, конечно, повзрослеют и... А какой урок тебе самому больше всего нравится вести? Это музыка, соответственно. Музыка. Ты музыку ведешь? Музыку, да, конечно. Дом родной. Идем. Готовили небольшой сюрпризик. О, виолочка у меня уже распустилась. Скажи. Не, подожди, давай здесь постоим, а то Димка выйдет, он же с камеры. Да, конечно. Да. Это там у тебя, да? Да, я там вот обкосил, там старую выкопал, но потом я привезу рассаду, и будет у меня вот такая вот виола, но еще покруче. Так... Дим, да. Леша, тебе от нас подарок. Вау, спасибо. Я знаю, что ты, это твое, вот это круто. Твое призвание, да? Да. Ты вот этого хотел? Круто. Да. Здорово. Ну класс. Тебе нравится? Очень. Можно даже уже прям пойти и попробовать посадить. Ну пойдем дальше. Пойдем. Иди, Дим. А где мы будем сажать? Вот там у меня. Ты слышал этот звук? А что это такое? Ты понял, что это? Ну, мамкин голос. Да. Леша, иди кушать! Леша, иди кушать! Иди, Дим, скажи, что хватит, а то мы сейчас оглушим. Леша, иди кушать! Ну как, Лех? Я вообще... Круто. Дари. Так, ты сегодня нам точно должен песню спеть. Ну, сейчас ты это отойдешь. Ты рад? Я... Блин. Ты думал? Мечта? Мечта была. Ты думал, мы тебе цветы подарили, да? Ну, мне тоже очень приятно, если честно, что тебе понравилось. Вот, техника профессиональная. Два микрофона будет, как ты и хотел. Мы тебе только один дали. Ну, два смысла нет пока давать. Вот. Пробуй, смотри и разбирайся, в общем. Это профессиональная колонка, ее там должно хватать вообще на все, нам сказали. Абсолютно. Круто. По Bluetooth мы уже телефон подключали, пробуй. Здорово. Все прекрасно работает. Это новая аппаратура. Класс. Коробочки все там есть. Там положишь. Спасибо вам большое.
большое, человеческое. Те напутствия, которые бабушка мне всегда говорила, чтобы вас хранил Господь во все минуты, во все часы. Спасибо вам большое. Крепкая рука. Пожатие, обнимашки. Я рад, что просто круто. Ты знаешь, главное, что я думаю, это оборудование, будете лишнюю копеечку приносить, ты сможешь и матери, я думаю, помогать. Естественно, да. Это будут какие-то корпоративы, потому что это какие-то свадьбы, это какие-то юбилеи. Да, это бывает так накладно, когда ты не можешь, да, взять казенное там, да, из клуба 30 тысяч. А у тебя какое оборудование было? У меня был обычный центр. Ну, такие вот две колонки и обычный такой караочный микрофон, как раньше вставляли. Ну это, говорю, это просто игрушечный, как бы. Когда вот это, вот это класс. Да, ты они ходишь, беспроводные, двигаешься, абсолютно. Да, и ничего тебе там не мешает. А с таким он то проводок отойдет, то там пикнет, то там пикнет. Спасибо большое, я что. Очень рад. А цветочки посадишь обязательно. Класс. Бархатцы, бабушкины любимые цветы, кстати. Бархатцы, а ты желтые цветы? Я говорю, а что это цветы? Оранжевые. Какие-то, говорит, оранжевые, желтые. Бархатцы. Бархатцы это, да? Да. А мне, пожалуйста, вот эти желтые, вот так это было. Ну, так как называется, главное вот эти желтые. Да. Очень круто. Спасибо. Все, Леш, не за что. Давай, да. Большое. Надо песню какую-нибудь спеть будет. Попробуем что-нибудь? Замутим? Так, что такого доброго? Я даже не знаю. Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы. У всех на глазах я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Белые розы, белые розы, беззащитны шипы. Что с вами сделал снег и морозы, лед витрин голубых? Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом холодном окне. Белые розы, беззащитны шипы. Что с вами сделал снег и морозы, лед и витрин голубых? Супер, супер, Лёх. Ну как звук, нормально? Класс вообще. Здорово. Все, Лёш, мы погнали. Давай. Ребят, спасибо вам большое. Давай. Говорю, все-таки Всевышний существует. Мечта моя сбылась. Thank you guys for watching this video. Please subscribe to my channel, subscribe to my Instagram. And thank you very much, guys, for your activity in our channel. This is the biggest help from you. See you guys in the next video. Be safe. Bye.